Нарциссы хороши в любом уголке сада, на любой клумбе. Из нарциссов можно создавать бордюры. Можно украшать ими низкорослыми сортами и видами, украшать альпийские горки. Значит, нарциссы хороши в срезке. И также большое преимущество растений этих в том, что они пригодны для выгонки зимней. То есть их можно выгонять к Новому году, можно выгонять там, в марте, к 8 марта. То есть еще и вот по срокам можно делать выгонку зимнюю. Очень выносливые, хорошо приспосабливаются к различным факторам внешней среды. Редко поражаются болезнями и вредителями. Ну и имеют самый продолжительный период цветения из всех весенних луковичных растений, что тоже немаловажно. Важно вовремя приступать к выкопке. Не допускать пожелтения листьев до самого конца. После выкопки мы храним в хранилище, в ящиках. Можно хранить в деревянных, в пластмассовых ящиках. Простилаем бумагу и складываем туда луковицы. И где-то через, допустим, неделю, через две после выкопки мы приступаем к чистке. Для выгонки, конечно, хранение немножко меняется, потому что первые две недели хранения должны быть при температуре 23-25 градусов, не ниже. Ну а уже где-то с сентября месяца температуру, если это не такое хранилище, как у нас, а помещение, то снижают до 17 градусов, уже до самого момента посадки. Осень – это время посадки нарциссов. Вегетативный способ лучше для садоводов тем, что растения зацветают раньше намного. То есть крупные и средние луковицы зацветают сразу же весной после зимы. Вот. А луковицы, которые и детки, те, которые мельче, они зацветают на второй-третий год после посадки. Тогда как при семенном способе размножения цветение наступает на 5-7 год.